Компаниям, работающим в сфере туризма, могут предоставляться таможенные и налоговые льготы. Об этом было сказано в ходе круглого стола. Председатель Нижней палаты парламента Нурлан Нигматуллин отметил, что отрасль туризма должна стать основным драйвером экономического роста в стране. Сейчас в предлагаемом правительством законопроекте не указаны конкретные пути развития отрасли. На заседании были заслушаны представители туристского сообщества, эксперты и представители государственных органов. По его итогам депутаты могут внести дополнение в новый законопроект.